кушаем. Вот, ну, куда вот идет. организм человека тоже, когда запускает процесс регенерации, он тоже же понижает температуру. Мы все время пытаемся сбавить. Ну да. Вот. Или, наоборот, когда нужно что-то сжечь, он повышает температуру, а врачи прописывают лекарства, чтобы их понизить и так далее. То есть, по сути, организм настолько мудр, и если мы говорим о появлении или регенерации, то это всегда система охлаждения. Если уничтожение, всегда система... Кстати, у нас был опасный эксперимент. Mm-hmm. Значит, когда мы только-только вышли на эти, когда глаза горели, и этот самый мой коллега ТРТшный, он тоже завелся, хотя в Канаде он меня продал, но я его простил по-христиански. Вот, значит, он, значит, пардон, приволок свою сперму и говорит, ну, давай посмотрим, как она. Значит, лазер засунули, сделали резонанс, получили спекл-картину совершенно необычную. То есть спекл-картина, там вот эти самые спекленочки, они хаотически двигаются. А там строго по часовой. И мы, значит, линзы берем, развели, увеличили еще линзой. Смотрим, значит, о, жор, даже не могут так, не имеют права так крутиться по часовой. Смотрим, значит, балдеем, вдруг ТРТшник падает на пол. Да. И мне плохо. Я чувствую, что у меня какая-то боль в ногах, небольшая такая, правда. Потому что мы генетически все равно перекрыты все люди. Угу. По белкам, по крайней мере. По генам белков одни и те же белки. Вот. Я думаю, опа, мы влезли в его генетический аппарат. Угу. Надо выключать. Я тут же выключил лазер. Если еще бы немного, он бы умер, наверное. Угу. Короче говоря, с трудом доволокли его до дома. Он 10 дней, температура 41 градус. Еще 1 градус, он бы умер. Угу. Причем иррадиировал на жену и на детей. У всех температура пошла. 10 дней он только пил воду и молился. Угу. Отошел от этого. Но в Канаде меня все-таки продал. И, значит, это ему вот. Ух, мы вас оставляем здесь, а горе, пускай уезжает. Он поверил. Угу. И лазер, значит, еще были какие-то крохи ноу-хау. Он все рассказал. Как только он все рассказал, его тут же выкинул вслед за мной, буквально через 3-4 дня. Сначала я вылетел в Москву, потом он вылетел в Москву. Потом приходил ко мне, говорит, прости меня, Петя, прости. Я говорю, давно тебя простил, ты сам себя наказал. Многие наши...